оказалось, поймать их невозможно. Нельзя напасть на след. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Микробы. Ура! Обед! Дим Димыч, ты куда с грязным мечом? Знаешь, сколько на нем микробов? Иди, мой руки. Во! Я помыл. На, это тебе. Так-так, иди снова мой руки. Что, на кусачки тоже микробы? Конечно. А ну отдай. Опять? Привет, Дим Димыч. Угу. Ты чего такой сердитый? Руки пришлось целых 5 раз мыть. Микробы. Может, их вообще и нет? Есть. Просто они такие малюсенькие, что без микроскопа не разглядишь. Дим Димыч, у твоего папы в кабинете есть микроскоп. Давайте посмотрим на микробов. Микробы очень-очень маленькие существа, поэтому мы их не видим. Но живут они повсюду: в земле, в воде, в воздухе, на всех предметах и даже на нас с вами. Некоторые из них умеют передвигаться с помощью жгутиков или хвостиков. Многие микробы безвредны, но есть и опасные микробы. Если они через нос или рот попадают в человека, то у него может заболеть горло или живот. Покрути еще чуток. Стоп, а теперь смотри. Ужас! Дай его мне посмотреть! Ой, какие страшные! И что? У меня на руках тоже такие микробы живут? А как же? Я же мыл руки 7 раз! С мылом? Ну, без мыла. Без мыла от микробов не избавиться. А какое мыло лучше? Оба. И то антибактериальное. То есть против бактерий. А против микробов они помогают? Конечно. Бактерии — это те же микробы, только называются по-другому. Мой. Димыч, капни мне жидкого мыла. Я тоже хочу руки помыть. Молодцы. Так и продолжайте. Ура, мы чистые. Пошли пазл собирать. Пошли. Ой, на нем же микробы! И на мече тоже. Что же делать? Давай помоем с мылом всю комнату! Давай! Вокруг нас миллионы невидимых микробов, в том числе тех, что могут вызвать болезнь. Но микробы не страшны, если соблюдать простые правила. Есть только мытые фрукты и овощи, поддерживать в доме чистоту и тщательно мыть руки с мылом, желательно с антибактериальным, и каждый день. Антибактериальное мыло защищает несколько часов после смывания. Оно не только очищает руки, но и не дает микробам размножаться. Среди микробов есть и полезные. Одни бактерии помогают делать из молока кефир и творог, другие используются для очистки воды. Даже внутри человека живет много полезных бактерий. Они помогают переваривать пищу. Нолик, как ты думаешь, на самом мыле есть микробы? Не знаю. Давай на всякий случай его помоем. Мыло моем. С мылом. Чтобы на нем микробов не было. Ну вы даете. Мальчики, избавиться от всех микробов невозможно и не нужно. Нужно правильно защищаться от вредных. Бактерий ноль. Дим, давай-ка я у тебя.
Помою. А я уже все вымыл. Какой молодец. Стол аж блестит. А тут-то как чисто стало. Молодец. Ты чего? Ничего. Ты не заболел? Нет. Дим Димыч, ты, конечно, молодец, но не надо все доводить до абсурда. Ты понял? Понял. А ты? А что я? Понял, что мылом нужно мыть не вещи, а руки. Понял? Эх вы, борцы с микробами. Там в микроскопе микробы остались. Вот такие. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.